Итак, сегодня мы будем вырезать тыквы. Я нашел сегодня только такие тыквы, потому что большие не доступили еще в продажу. Режется. Как нужно время. Они довольно тяжело режутся. Как-то будем высушивать. Но как я могу до него дотянуться? Руками дотянуться. У меня руки не такие длинные, как у тебя. И у меня почти все очищено. Ну, как следует. Уже чтобы все там было. Почти что у меня очищено. Мы вымыли тыквы. Теперь будем вырезать. Но сначала нам нужно нарисовать, что мы будем вырезать. Сейчас нам нужно нарисовать контур, как мы будем наше лицо тыквы. Начинаем вырезать по контуру нашу тыкву. Я начал вот этот глаз. А я с брови. С брови. Ну да, с брови. Вот, выскочила часть. Вот, выскочила. Нет, лучше ножиком. Побольше и помощнее. Я очень хорошо это. Очень плохо вырезаю. Одна бровь уже сделана. Выше. Потому что она не очень прорезалась. Мам, глаза нужно? Я только начал вырезать. А я уже закончила. Ну конечно, у тебя уже большой. Ты тоже большая.
Или ты малявка? С глазами такое же У нас получились такие тыквы. Но мы сделали такую конструкцию из бочинских сильных штуки. Потому что два крышки просто давали. Я сказала, что такая тыква вообще не вышла. Какая подобница самая лучшая? Моя или Лена? Я думаю, моя. Я думаю, моя. А теперь надо их поджечь. Эти свечки мы делали сами, а с помощью удобрения. Делали свечки с удобрением. Чтобы их поставить, нам нужно использовать чипсы вот такие вот. Одна готовая. Так, вторая. Закрываем крышками. Вот. Можно их смотреть? И закрываем мою. Пожалуйста, скажите, что моя самая лучшая. Пожалуйста, скажи, что моя самая лучшая. Нет, моя.